Привет, друзья! Сегодня будем разбирать соло на гитаре песни Сивары. Там нет меня. Сыграем сольную партию, то, что было вокальное. И подробно все разберем. Итак, приступим. Итак, начинается произведение из третьей струны второго лада. Два раза играем. И два раза вторую на третьем. Потом снова. Дальше. Вторую играем на шестом ладу. Два раза третья. Дальше. Играем вторую струну, третий, шестой, восьмой лад. И можем подъехать из шестого на восьмой. Дальше. Играем 6-8. И с восьмого на десятый подъезжаем. 8-6. Дальше. Играем 6, 5, 3. Дальше. 5, 3. 6, 5, 5. Потом. Играем пятая струна, ой, вторая струна, пятый лад. Первая, третий. С пятого на первой струне на шестой подъезжаем. Пятый. Вторая, третью. Три, два, пять. Еще раз. Вот так. Второй раз играем. То же самое все повторяется, но мы под тяжечками можем сыграть там. Сейчас покажу. То же самое играем. Дальше. Вот здесь можем сыграть подтяжечкой. Играем 6-8, вторая струна. Вот здесь подтягиваем на один тон до звука 10 лада. Подтянули, опустили, сыграли и 6 лад. Дальше. Здесь тоже делаем подтяжечку, но на полтона.
Дальше. И здесь можем сделать подтяжечку на первой струне с пятого на полтончика до звука шестого лада. Вот так заканчивается куплет. Третий, второй, третий. Дальше модуляция идет. Я сыграл такой ходик. Играем пулхаммер. Третий, четвертый лад. Вторая струна. Дальше. Третья струна, пятый. Снова вторая. Третий, четвертый и третий лад. И идем на куплет. Играем. Глиссик такой. Вот мы закончили на второй струне. И два раза играем уже. Вторая струна на восьмом ладу. Дальше. Играем третью струну на седьмом. Дальше. Вторая. Одиннадцатый. Потом. Вторая. Восьмой лад. Одиннадцатый. И на 13 лад. Можем подъехать из 11 лада. Дальше. Играем 11-13. Делаем подтяжечку на тон. Опускаем. Играем нотку и на 11. Дальше. Играем 11-10-8. Здесь на полтона делаем подтяжечку. Два раза на десятом. Дальше. Играем вторая струна 10. Первая 8. Дальше 10 с подтяжечкой на полтона. Потом опускаем. Играем струну. Вторая, восьмой, восемь, семь, десять. И дальше. То же самое, та-та-та-та-та. Вот так мы заканчиваем произведение. Сложного ничего нет. У вас, конечно, все получится. Пробуйте. Всем спасибо. Пока.